Всем здравствуйте и добро пожаловать на канал. Сегодня я покажу свои работы, большую часть за последнее время, которое я буквально вот на днях сделала, связала. И в первую очередь мне хочется поближе показать вот такую куколку. Куколку — это оберег. Делала я ее раньше. Ну вот, захотелось мне показать поближе. Она сидит у меня возле компьютерного стола, и я любуюсь ей постоянно. Не скажу, конечно, что она идеально сделана, но имеет место быть. Здесь у нее вот такая попа и в панталончиках. Она сидит и перевешивает, бывает, конечно. Сделала я и туловище немного вот по пропорциям длинноватое, ножки короткие, но очень интересная она. Следующее, что это? Песики, мои новогодние песики. Начинала я мастер-класс, показывала вот такого песика. Сделала ему реснички, если поближе посмотреть. Вот такой красавчик. Следом после него появилась вот такая принцесска. Ну, сарафанчик я и вчера вечером придумала. Так был такой песик, нечто. Ножки я не вязала. Это ножки на проволочном каркасике. В ручках тоже вот проволочки вставлены. А здесь вот, в общем-то, ручки шевелятся так. И ножки я обматывала, намазывала клеем и просто опутывала ниточкой, обматывала. И у меня получились вот такие вот ножки. Потому что они тоненькие, вязать их из этой пряжи неудобно. И поэтому вот такая красотка. Она может сидеть. Вот этот хорошо стоит, устойчиво его, когда ставлю. Следующий — это вот такой песик появился. Здесь у него ручки тоже на каркасике. А все остальное без, просто она наполнена синтепоном. Понравилось мне в валенках их, в валенки одевать, поэтому валенки вот у кого-то снимаются. Ножки я не заморачиваюсь, вот не вывязываю, как у кукол, чтобы вот сюда, потому что я вообще-то приклеиваю валенки, чтобы валенки не снимались. Ну, со своих, конечно, я знаю, что они снимаются, а если вот буду куда-то для продажи или дарить, то я их, конечно же, лучше приклею. Вот такой вот в шарфике. В шарфике, в снудике. Модный пес. Тоже с ресничками. И девочка тоже с ресничками. Следующее — это вообще меня сподвигло, я считаю, на эти мои куколки Наденька с канал внизу дам ссылочку на ее канал. Начала вязать я вот такое, ну вот во всяком случае связала голову и связала часть туловища и довязала, уже доформировала. Игрушка у меня вот такая мышуля получилась. Безумно я ее вообще влюблена в нее. Мне она так нравится. Тоже у нее реснички. Такая она модненькая. Вчера уже решила ей галстучек. Она без галстучка просто стояла у меня передо мной. А решила сделать ей вот такое, пришить сердечко. Что вот именно у нее она такая живая. Вот прямо люблю ее. И тоже, ну как бы, не знаю, здесь уже, наверное, не ботиночки,
Ой, не вареночки, здесь как бы вот сапожки, что ли. И они у меня вот как выполнены. То есть здесь вот фетр. Сначала я фетр обшила, а потом уже вязала сам валеночек. Валеночек или как, не знаю. Вот такой красавчик. Я смотрю его, вот так вот сделаю. Провинившийся. Уши оттопырил. Ага. Что-то ему интересно подслушивает. Играю с ним. Детство еще играет во мне. Следующее. Ну, это мастер-класс по этой совушке. Она распушилась уже, лежит. Вот такая красотка. Тоже мне она нравится. Интересная получилась. Следующее это вот такая бабулечка. Она у меня была не оформлена очень-очень давно. Лежала в полузаготовке. Лежала, руки у нее все куда-то вот сюда были сложены. А тут я ее вчера одела, и она получается как танцует. Руки в стороны. И такая счастливая. Одела на нее шляпку, сарафанчик. А здесь вот кофточка, там как будто выглядывает, ну не знаю, футболочка, водолазочка, штанишки, ну как бы вот старинные колготки. Ну она у меня, конечно, тонковатые, возможно, ножки, но я ей сделала вот такие как бы колготки, которые раньше носили. Вот такие штанцы. Ну здесь, конечно же, валеночки натянула. Здесь вот так вот кофточка, это блузка, снизу все подшито, здесь не разделывается, не снимается одежда. Единственное, что сарафанчик, конечно, но нет, ничего не снимется, потому что и сарафанчик, он тоже все здесь плотно пришито, не снимется с головы. Вот такая бабулечка, тоже мне она очень нравится. Я все на нее смотрела, смотрела и не знала, как мне ее дооформить, одеть. Потому что так мне она нравилась и хотелось мне из нее модную бабулечку сделать. Но как-то не совсем, конечно, получилось то, что хотелось мне. Но все равно такая она интересная. Руки все равно куда-то вот плясать ей хочется. Ну и на этом заканчиваю свое коротенькое видео. Сейчас у меня еще много игрушек в процессе. Мне нужно одевать. Ну как бы вот для меня самое такое это одевать куклы. Связать еще их попроще. А когда доходит дело до оформления, то что-то как-то у меня стопор встает, чтобы их одеть правильно, все сшить, подшить. Это для меня посложнее, хотя, возможно, я обвяжу некоторых, даже вязаных куколок, я свяжу им, может быть, тоже шапочки, кофточки. Ну и вот мне понравилось. В валенках игрушки смотрятся интересно. Тем более сейчас зима у нас за окном. И поэтому можно их вязать и в валеночках даже. Ну, всем спасибо за внимание. До новой встречи. И рада была с вами вновь пообщаться. Желаю вам творческих успехов в наступающем новом году. Всем заканчивать свои недоделанные какие-то работы, все свои задумки успеть исполнить, которые еще можно успеть. Ну, а я буду приступать и пытаться закончить то, что у меня еще получится в недоделанных работах. Пока-пока!